В настоящее время существует около 10 парков, более 70 скверов и 3 бульвара. Также 38 фонтанных комплексов, из них 122 фонтана. На сегодняшний день в сфере озеленения и благоустройства города планируется создание парковой зоны, прилегающей зеленой зоны к существующему парку «Арай». Также на территории города планируется реконструкция существующих парков, скверов и создание новых. Зеленый пояс города Астаны, его общая площадь 14 827 гектаров, из них фактически засажено зелеными насаждениями 11 502 гектара. Помимо развития флоры и фауны, основной задачей является создание благоприятных рекреационных зон для массового отдыха граждан, жителей столицы, гостей столицы. С этой целью летом 2011 года была построена велодорожка. Я большинство набережной гуляю, потому что я рядом живу. Например, вот на том берегу парк. Да. Не очень. На постановках наших можно увидеть очень много молодежи, что очень радует. Все они перед посещением театра как бы готовятся к прекрасному. Можно увидеть на постановках женщин, девушек в длинных платьях в пол в основном и мужчин в смокингах. Это очень радует глаз. Театр Лермонтова «Верная жена» назывался. На казахском. Алма-Урек. Я даже не помню, давно это было. Растет и развивается наша столица Астана. Растет численность населения. И, конечно, увеличиваются культурные объекты. И все это создает предпосылки для того, чтобы более шире, скажем так, охватывать культурными мероприятиями наше население. Конечно, в последнее время в Астане очень много проходит конкурсов, проходят фестивали, которые выявляют нашу талантливую казахстанскую молодежь, которые, в свою очередь, став популярными, пополняют ряды уже популярных исполнителей. И, конечно, за счет этого идет рост концертной деятельности. Да, часто, по идее, но я не запоминаю, потому что их много очень. Выставки картин, затем ярмарки бывают очень хорошие. Иногда на концерты ходим, которые на праздники делают. Прежде для меня любимым местом была пирамида, а в частности арт-центр Куланши под руководством Лейлы Махат. Я всякий раз ждал выставок, которые организует Лейла, и готовился даже внутренне, потому что это для меня было культурным событием. Сейчас, наверное, на первом месте Национальная картинная галерея Астана, которая совершенно недавно открылась. И опять-таки приходишь туда с большим удовольствием, потому что подобный опыт обогащает. Это такой вдохновляющий фактор.